Ну что, дамы и господа, я вновь вас всех приветствую на своем канале, у микрофона, как обычно, я Бог, и сегодня мы попадаем на мой новый видеоролик по проекту Ядро. И значит, у нас на балансе имеется 25 тысяч рублей, прямо сейчас вы видите эту сумму. Ну и, конечно же, она далась мне довольно-таки нелегко, потому что, чтобы в наше время депать на сайт 25 тысяч рублей, еще и выводить это все, и не оставлять ссылок в описании, то есть работать, да, грубо говоря, без какой-либо рекламы, только на партнерских, да, отношениях, я имею в виду рефералку. Это надо постараться. Ну и, кстати говоря, ребята, три лучших победителя из моего прошлого видеоролика прямо сейчас у вас на глазах. Давайте к этому видео постараемся набрать 1000 лайков, и тогда новое видео не заставит себя долго ждать. В общем-то, сегодня подкрываем все интересные кейсы, которые вы так привыкли видеть на этом сайте, на этом канале. Ну и давайте, ребята, если вы хотите попасть в мой новый видеоролик, прямо сейчас спускайтесь в комментарии, забегайте, да, значит, туда, пишите интересный отзыв, и, возможно, именно вы будете отображаться в моем новом видеоролике как самые крутые и удачливые зрители. Желаю вам приятного аппетита, приятного просмотра. Включайте видик под чаечек строго. Ну и погнали. Гнать пришлось недолго, потому что прямо сейчас мы уже открываем эти самые кейсы, получаем никому не нужный дисконт на 30%. Давайте сразу же продемонстрируем вам бесплатненькие кейсы, интересные, всеми полюбившиеся уже, наверное. Но хотелось бы, знаешь, чтобы вот эти вот так называемые всеми полюбившиеся кейсы, они немножечко подкорректировались. Я как раз таки говорю о том, чтобы, ну, может быть, уже пора сменить кейсы, название этих кейсов или дизайн этих кейсов, сделать их как-то интереснее, потому что как бы вроде второй год уже с этими бесплатными кейсами, или даже уже третий пошел, я уже со счета сбился, и все никак их не корректирует. Ну и безумно можно быть первым, хочется, чтобы добавили 7-й, 8-й бесплатный, да, либо сделали там, допустим, первый бесплатный кейс более жесткий, чтобы люди там за 100 рублей его не открывали, а открывали люди, которые там 3000 пополнят. Ну вот какие-то такие изменения я просто накинул сейчас. Может быть, некоторые из них не будут рациональными, но вот разработчики 100% лучше в этом понимают. Мое дело показать вам, открыть. Ну и, конечно, сегодня наша цель, она великая, это 150 тысяч. Да, не побоюсь этого слова, 150 тысяч рублей к балансу. Конечно, это может быть и жестко, но вот ножик долетел бы и было бы хорошо. Ладно, слушайте, ребята, хорошо идем, пока что хорошо идем, и главное, чтобы эта тенденция продолжалась. Конечно, выбить Наваху с кейса за 20, по-моему, 25 тысяч стоит, это очень неприятно, но нам Наваха бы вообще не помешала, но выпадает покойник. Ладно, косарь он стоит, хорошо. Не-не, ну, справедливости ради отмечу, что идем мы очень даже неплохо. Уже 2200 есть, давай контрактик сделаем. Как обычно, поставим плюсик. Это залог успеха абсолютно любого контракта обмена. Ну и 1354, ладно, пусть будет. Эмочка король дракона, можно даже ее на розыгрыш, если не продадим. Но 25 тысяч, ребят, решил 30-ку не докидывать. 6-й кейс и так ничего такого особого и не дает обычно, да, то есть если что-то бесплатки хотят выдать, то, скорее всего, можно ограничиться и на 5-м бесплатном кейсе, потому что 6-го кейса я не помню, когда мне падало что-то дороже там 8-9 тысяч. В принципе, с уровня такого кейса это не очень-то и весело. Поглядим, проверим. В описании не забывайте забирать промики. Это не является рекламой сайта, то есть это именно о. О чем я говорю? Наваха, она сейчас стоит дорого, 8. Ну вот, как бы видите, если открывать кейсы там до 6-го, тоже уже либо ты все потерял, либо все заработал, все нормально. Ну и так вот, рекламой прямой не является, каждый из вас может их как бы рекламировать, за каждое пополнение от вас мне там 5-6% идет, я иногда эту ревку забираю, там уже намного-много миллионов пополнено на этой реферальной стене, я ее как-то показывал вам. И за это вам спасибо. 4700. Ну, вообще, просто хорошо идет. Максимально хорошо. Давай засунем эту М-ку в контракт обмена. Самое такое бесперспективное оружие на сегодняшний видеоролик. И вот агентик. Сэр, чертов тихоня. Прикольно. Даже забирать пока что не хочется и продавать тоже. Обратите внимание, какие раздачи стал проводить Изидроп. Если раньше это было там до 30 тысяч, то сейчас это просто вой за лям. Это ВП и пустынная гидра за 230, ну и керамбит автотроника за 130. Это просто космические какие-то цены. И, конечно, Изидропа за это огромнейший респект. Сразу же хочу отметить, что это рискованный шаг. Возможно, он скрупулезный, но я обязан это сделать. Поэтому, ребята, под ваши аплодисменты полетели. 25 тысяч рублей, топовый кейс, канал Бог 2.0. Давай сделаем это нормально, очень, да, 109, все. Мы сделали. Мы захотели, как сказали, вот и сделали. Подожди, хотел 150,
Есть 123, нормально. Вообще, даже лучше не придумаешь. Пока что все, что у нас тут есть, мы продаем. У нас есть 14 тысяч. Давай попробуем открыть Изи Тайна и убедиться в том, что это успех операции. Либо нет. Либо нет, это как всегда. Давай. Так, рентгены, рентгены. О, это успех операции. Это однозначно. 7 тысяч. Еще раз, фастом. 1300, схаваем. Мы это схаваем. У нас нет выбора, да? Как поет один известный артист, запрещенный, да? Что мы еще сделаем? Это еще 3 топовых кейса. А может быть, до 150 мы все-таки добьем сегодняшний видеоролик? Но спорно. А, все, добили. Класс! Не, ну это да. Это то, что я искал, Изи дроп. Это тот дроп, который хотелось бы. Но мы еще чуть-чуть попотеем, да? Или подрискнем. Как-нибудь так, чтобы прям перчаточки можно? Нет, нельзя. Но по итогу это 137. Предлагаю как-то это сделать. Вулкан продать. Вот эти перчи продать. Хорошо, есть 72. Сейчас попробуем вот так сделать. Первый пошел. Раз. Минус 5. Минус 10. Минус 15. Ну да, я понял. Ну, короче, минус 20. Просто минус 20к. Вот так вот с кустика аккуратно у нас забирает сайт. И ладно, это все ничего. Главное, чтобы сейчас топовый кейс что-то отдал. Давай, поехали. На 50 козырей просто его дергаем. Полетели. Напишите вообще, что думаете. Стоит ли в таком жестком ритме открывать кейсы на изидропе? Может быть, жопа какая-нибудь. Нет, хорошо. Сколько? Вот он, ладно. Живем. Ножик надо сейвить. Все остальное дальше пускаем в оборотик. Туда, туда, туда. 28, полетели дальше. Не, ну хорошо, пока что идем нормально. Вроде бы то, что слили на перчаточном, отмазали. Теперь нужно что-нибудь. Ой, 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 это мне. Это нам надо обязательно. Такие перчатки мы очень любим и ценим. 33, фастом 3 кейса. 12, 9, ладно. Это пойдет, 3 кейса фастом, минус 3 кейса фастом, ооо, да. Вот да. И перчаточный тогда уж. Ну а как иначе? Нет. Ну, ты когда-нибудь будешь выдавать? Все, ребята, он, короче, забил на нас этот перчаточный кейс. Есть 128. Ну, ладно, ножик надо точно сейвить, 66. Ради того, чтобы сделать ролик интересней. Ну, и потешить собственный азарт, да, кого я обманываю. Тут пригодились как раз-таки скины, которые нам окупили. Прошлое открытие. Так, вороненая сталь есть, хорош. Ну, что-то есть. 58. Так, давай не будем себе голову, так сказать, трепать. Просто керамбит пока что оставляем. Заходим сюда. Хочется 150, вот как сказал, знаешь, вот 100 раз сказал, 1 раз отмерь, как там эта фраза. Неправильно, да, сказал я, наверное. Но все равно, короче, 12 тысяч. Мало, это вообще не то, что хотелось. Ну, давай как-нибудь. Ну вот, вот, это уже, кстати, без звука некомфортно стало. Ой, так что-то жестко слишком. Полетели. Что-нибудь хорошее, интересное, молниеносное, бах! Это что, убийство? Сколько здесь? 35! Нормально, ребят, очень даже нормально. Давайте при этом мы все равно это продадим, 25. И сольем нахрен весь баланс. Вот это по-нашему, вот это, короче, 103. Вот так вот не делайте. Вы уже в хорошем плюсе с 25. Надо просто брать и заканчивать. Нет, я все равно иду и выношу сайт. Паракорд, может не зря, может оно и к лучшему, блин, только паракорд. 38 косарей он стоит. Дальше, еще, давай, сразу просто, вот так вот. Ну хочу медузу какую-нибудь, дай что-нибудь дорогущее-то, вкусное, интересное-то, блин, ну не... А, керамбит, ладно, сколько здесь? 107, пойдет, жить будем. 55 дигл стоит, охренеть просто, чё ж ты такой дорогой-то, 48, полетели, 25, ну пожалуйста, 100 есть, 100 вернули, рискнули просто странным образом, жестким образом, есть паракорд, да, есть, хорошо, 32 тысячи, хорошо, все, ребята, успокаиваем себя, что нам хорошо, что у нас все окей, и разочек, разочек, что-нибудь, ну дернуть-то, а? Сколько здесь бабок, здесь... 7 тысяч, ну все, да? 2, ну пожалуйста, эй, давай, 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 блин, ладно, ну ладно, ладно, мы на этом успокоимся, император, 3700, кстати, я на этом, да, думаю, подожди, сколько, 143 тысячи, ребят, вот на этом прекраснейшем, молниеносном моменте мы будем заканчивать данный видеоролик. Если он вам был интересен, дайте знать об этом в комментариях. Но у микрофона, как обычно, был Бог. Подписывайся на канал, ставь этому видосу лайки. Ну и, конечно же, пиши комментарии. Пока-пока.